Здравствуйте, товарищи! Сегодня видео из рубрики «Это интересно». В советское время был такой мотоцикл «Ява», и особым показателем хорошей работы двигателя была возможность завести мотоцикл рукой с кикстартера. Ну, сейчас «Ява» как бы не актуальна, поэтому будем заводить КТМ рукой с кика. Как видим, и КТМ на такой фокус способен, если он в нормальном состоянии. Но на КТМ, чем хорошо, у него есть еще волшебная кнопка.